каждой страны есть свои герои, которым ставят памятники, в честь которых называют улицы. Но подвиги их часто несли в мир горе и страдания. В самом деле, если вспомнить великих людей той или иной страны, образы каких личностей прежде всего всплывают в голове? Обычно это великие полководцы и знаменитые политики, чья жизнь так возбуждает воображение. Но также очень часто за такими великими людьми тянутся великие же реки крови. Менее популярны гении из области искусств, великие поэты, писатели, музыканты, художники. Еще реже ученые и философы. Но совсем мало вспоминаются святые. Оно и понятно, с одной стороны, святые – это граждане Небесного Иерусалима. Их царство не от мира сего. И своей деятельностью они прежде всего стремились стяжать это самое Царство Небесное. А уж потом получалось, что одновременно со спасением людских душ святые, походя, основывали центры культуры и просвещения, монастыри, скриптории, духовные школы или укрепляли государственность. В конце концов, есть ведь и святые правители. Но все это было для них вторично. С другой же стороны, самому миру не очень интересна святость. Она мало дает пищи для воображения, по ней трудно писать захватывающие романы и снимать сериалы. Еще стоит отметить непостоянство человеческого почитания, чего бы то ни было. Памятники тем, кого еще недавно чествовали, теперь безжалостно разрушают, чтобы на их пьедестал возвести очередного более актуального героя. То же самое происходит и в наше время. И, что более всего деструктивно, многие из этих героев – личности, мягко говоря, спорные, а некоторые и вовсе сомнительные. И уж точно в нашем сомнительно меняющемся мире никто не даст гарантии, что ныне столь прославляемые деятели завтра не отправятся в утиль вслед за теми, чье место они заняли. И одновременно с этим, без развивающихся знамен, громких фанфар и патетических речей, есть истинные герои нашего народа. Те, кто и после своей физической смерти продолжает молиться за наш народ. Те, на чьих молитвах до сих пор еще держится наша земля. Те, чьи деяния запечатлены на скрижалях вечности и не меняются, несмотря ни на какую политическую обстановку. Наши святые – вот те истинные герои, которых нужно помнить, которым нужно следовать. И только тогда земля наша станет благополучной.